Сегодня город Лабытнанги присоединился к региональной акции «Северяне против коронавируса», инициированной партией «Единая Россия». Старт ей дала глава города Марина Трескова. Наша съемочная группа вместе с ней проехала по адресам. Слово Альмире Новоселовой. Вторая волна региональной акции «Северяне против коронавируса» стартовала. Сегодня доставку продуктовых наборов для людей золотых лет осуществляет лично глава города Марина Трескова. Первая заявка от Алевтины Сошниной. Ветеран труда уже полвека проживает в городе семилиственниц. Дома сижу. Ко мне соцзащита ходит и заставляет дома все время сидеть. Но они вот продукты приносят нам. Для людей, лишенных сейчас возможности общения, важно и поговорить, конечно, на безопасном расстоянии. Марина Трескова, вручая набор, поздравила каждого с наступающим юбилеем округа и выразила слова благодарности и признательности за все, что старшее поколение северян сделало для Имала. Когда мы не даем черстветь собственной душе, заставляем ее работать, то и есть повод себя проявить с человеческой точки зрения абсолютно, а не как с точки зрения должностного лица, да, то это очень ценно в жизни. Вот ради таких моментов каждый должен жить и каждый понимать, что непреложные жизненные ценности – это уважение к людям преклонного возраста, которые стояли у истоков рождения Ямала в юбилейный для округа год – это очень важно. Замечательная акция. Душой отогрелась у этих людей, потому что очень добрые, похожи на родителей наших, и с удовольствием стала ее участником. Стоит отметить, что волонтеры партии «Единая Россия» не только доставляют продукты, но и самостоятельно собирают наборы. Для получателей они абсолютно бесплатны. Проект в том числе поддерживает предпринимательское сообщество в регионе. Закупка в первую очередь осуществляется у партнеров социального проекта «Забота». В городе Лабытнанги это магазин «Славян». 65 лет и старше. На наш взгляд, это люди, которые больше всего уязвимы в данный момент, потому что их самоизоляция началась еще весной и продолжается до сих пор. В первую очередь мы говорим о ветеранах Великой Отечественной войны, об одиноко проживающих пенсионерах, потому что если нет детей рядом, если нет родственников в этом городе, то, собственно, продуктовые наборы, продукты, лекарства привезти никто не может. Сегодня продуктовые наборы доставлены первым участникам акции – четырем лабытнанцам. Заявку на получение помощи можно оставить по телефону 8-349-22-352-58 или на сайте северяне89.ру. Альмира Новоселова, Николай Снегир, программа «Время местное».